В экспозиции выставки 40 работ. В основном это пейзажи полуострова, на картинах спокойствия мирного времени. Именно такой и задумывалась выставка ко Дню защитника Отечества. Выставка сегодняшних представленных здесь работ, она не насыщена военной тематикой. И это, наверное, правильно, потому что для нас сегодня главное – это то, что мы живем под мирным небом, в мирном государстве. А на картинах отражено то, что нам дорого и свято, то, ради чего мы готовы отдать свою жизнь и все, что мы можем предложить нашему городу, нашей любимой земле. Нам есть что защищать. Яков Басов – участник Великой Отечественной войны. Он родился в Симферополе, учился в Ленинграде. После войны переехал в Крым, жил в Алупке и Ялте. «Солнечный художник» – так называют его искусствоведы. Его работы в основном выполнены акварелью. Это и пейзажи, натюрморты, и портреты. Его картины выставлялись в 22 странах. Работы Якова Александровича хранятся в 42 музеях. В другом зале представлено творчество Виктора Коваленко. Большую часть жизни он провел в Севастополе. Тема патриотизма занимает значительную часть в творчестве художника. Офицеру запаса близки пейзажи и батальные сцены. В этом году ему исполняется 85 лет. В честь юбилея Виктор Карпович планирует провести в городе несколько выставок, объединив их всех в проект «Мой Севастополь». Выставка в культурно-информационном центре продлится 2 недели. Ирина Саркисова, Денис Александрович, Севинформбюро.